Всем доброго здоровечка. Честно говоря, никогда не думал, что буду снимать подобные видео. Теперь все по порядку. На прошлой неделе мне сразу два зрителя моего канала написали письмо и попросили приобрести одну вещь. Вещь это вот она. Дело в том, что у меня есть ролик о муке грубого помола. А делаю я эту муку из пшеницы, делаю сам. И делаю это с помощью вот этого устройства. Это мельница ручная. Ссылка на этот ролик будет внизу в описании. Так вот, оказывается, в России, на территории Российской Федерации, такое вот устройство приобрести практически невозможно. Ну, я так понимаю, люди эти не нашли. Поэтому они меня попросили купить и им переслать. Я только что недавно вернулся. И... вернулся с пустыми руками, вернулся с двумя такими пакетами. На пакетах написано «Млын Мрия», то есть «Мельница Мечта». Я перевожу уже на русский. И внутри этих пакетов находятся мельницы. Ручные мельницы. Вот одна. Они разобраны. Вот здесь все в комплекте. Я проверял. Когда женщина-продавец узнала, что я отправляю это все в Россию, она сказала, что я вам еще бонусом дам две прокладочки. Прокладочки это вот сюда. Сюда, чтобы дополнительные еще помимо тех, что есть. Чтобы, когда вы привинтите мельницу, чтобы она не ездила. Там, если вы прикрутите к столу, там, к табуретке и так далее. Так. Вот. Я назад все прячу. Сейчас в это все я упакую и иду на почту и делаю отправку. Так. Прячу одну мельницу. Беру второй пакет. В втором пакете то же самое. Комплект плюс две прокладки тоже имеется. Тоже все назад складываю. Так. Я так спешу, потому что еще нужно успеть отправить. Одна мельница уедет в город Астрахань. Я вот не знаю почему, я никогда в Астрахани не был. Слыша Астрахань, у меня сразу ассоциация появляется с арбузами. То есть астраханские известные арбузы. Ну, не знаю почему, так вот так как-то. И вторая мельница уедет в город Химки Московской области. Сейчас прямо вот складываю все в сумочку, в рюкзак и бегу на почту. Слава богу, она рядышком с моим домом. Иду, отправляю. По отправке с заказчиком я, естественно, отпишусь, чтобы они ждали. В принципе, это все. Краткое получилось видео. Спасибо, что смотрели. Увидимся, пока.